Здравствуйте, друзья! У меня в руках чехол. Он жесткий, состоит из пластиковой трубки. Сверху это водонепроницаемая ткань. Внутри подложка флис и вот такая застежка на липучке. Такой чехол может использоваться для свирелей, для колюк из дерева и пластика. Сейчас у меня в руках свирель ре мажор деревянная. Строй деревянной свирели ре мажор. Все закрытые. Ре, ми, фа диез, соль, ля, си, до диез. Свирель имеет две полных октавы. Когда мы дуем спокойно, это нижняя октава. Когда мы дуем сильнее, это верхняя октава.